What is that? There is nothing. Water cup. Очень странный сосуд с водой. Чашка с водой. Hello, it's me. What is that? There is nothing. Как много пустых коробок. Синий сэндвич. Сэндвич с зеленью или прозрачный сэндвич? Never mind. What is that? Midi hippo. Okay. Пластик. Тоже коробка. Как она выглядит? Как хрен знает что. Окей. Гара, ух ты, security helmet. Слушай, я это надену сейчас. Attachments, equipping weapons, utility and power source. Задний раз может быть надето, применено 5 апгрейдов. 2 оружия, 2 утилиты и 1 сила. Окей, вроде понятно. Кажется понятно. Инвентарь. Это для башки. Что она дает? Средней тяжести шлем. Workforce of the garrison. Окей, в любом случае броня лучше, чем вообще никакой брони. Что это? Adrenaline Hippo и еще пластик. Всякие лечилки, заряжалки, это хорошо, конечно. Здесь смотрели, здесь лутали. Лайм. What? No. Что это? Сталь. Мне этот голос совсем не нравится. Каждая игра, походу, заново генерирует уровень. Он каждый раз разный. Вроде бы он тот же самый, но развитие событий на нем совершенно иное. Где-то тетка, по-моему, здесь стояла, дядька-то лежал. Голос этого слышно не было в прошлый раз. Nothing's here. Он где-то прям за этой стеной.
On your way, citizen. What the heck are you? What did you mean, bro? Whoa. Ты чё, ему череп проломили? Чё с ничего, оно застыло здесь стоит. Они в одинаковых позах зависли. Чё за херня? Что это? Circuit. Это типа шестеренка, что ли? Наверное, это нужно. Ууу, морфин. Морфин, это хорошо. Я её запру обратно. Вдруг она не совсем мёртвая. Как начнёт буянить. Ещё вода. Слушай, чё на них такое? Слутой, следи за своей фигурой, смотри. Варикоз разросся. А это что? Торчит всякое непонятное. Подруга, у тебя мозги из головы вылезли. Фу. Фу. М? Пароль. Криосторидж. Наверное, там что-нибудь хорошее. Уверен, там должно быть что-то хорошее. Как тут только попасть, непонятно. Так, что это? Garrison official alert. Many reports have been received in the recent days that are indicating as a possible affliction. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что-то информационное, походу. Не сильно нужное нам. Looks good. Very good. Санич, здравствуй. Короче, игра Памела. Это что-то типа System Shock'а чувак пытался сделать. И пока, кстати, играется довольно интересно. То есть вот, репликатор, по сути, тот же самый, да? Болтинг голографический такой. Да, привет. Морковку продают, какие-то кредиты, не знаю, что, вон, кекс продают. Могу купить себе кекс или что это? Не, не могу, надо. О, description. Единственное, что все на английском языке. $100 он стоит. Сколько у меня денег? 3 в автомате есть. Могу я купить? Можно? Я не могу купить себе его. Но... Сколько у меня денег ты хочешь? Как я должен понять? Инвентарь вот так вот сделал. Ну, точнее, меню. Инвентарь, статус. Инвентарь можно зайти. Где мои деньги? Where is my money? Можно апгрейды ставить. Вот здесь шлем уже какой-то нашел. Лукс. Лукс, это же из Кинзадза. Луц. Ноль, короче, денег у меня. Мой персонаж бедный, несчастный. Мне тоже. Мне прикалывает. Я когда-то в нее чуть поиграл, она очень тормозиловая была. И в нее нереально было играть. Не то что стримить. Вот. Поэтому я ее забросил и долго не выходил никаких обновлений. И вот недавно вышло какое-то обнова. Не знаю, с чем она связана, что. Но играется теперь намного лучше и намного приятнее. Он лимон. Лимончик. Я его пропустил до этого. Вот с такой капсулой мы появились. У нас есть тело персонажа. Волосатая грудь или это костюм такого цвета, я не знаю. Он может приседать, может бить ногой, может бить рукой. В общем, сделана игра на Unity. Вроде бы как неплохо, но понятное дело, что какой-то отдельный самостоятельный разработчик не может что-то разработать прям вот прям шикарно. Но мне кажется, для... Не знаю, сколько людей делало эту игру, но уверен, ее делали люди с небольшим опытом разработки. И думаю, у них получилось неплохо. Одно время у игры не было обновлений, поэтому многие подумали, что игру забросили. Но нет, она жива. Creeper, о, oh, мэн. Ты как там? Вы видите, даже тут типа Шэдон есть. Памела зовут. Окей.
Я думаю, мы будем много флешбеков ловить с System Shock'ом. Да, окей, без проблем. Я рад, что ты заглянула. Санич, ну вот. Или ты из-за Шодана расстраиваешься? Тут какие-то мертвые люди. Я не знаю, что с ними случилось, но они вот такие все высокие стройные, и их всех перекорячило что-то. Что только непонятно. О, кто-то деньги обронил. 7 денег. 7 денежек. Окей. Красивые люди. Лучше такие люди, чем живые, да? О, а почему она на коленях стоит? Привет. What the heck is going on? Притом боли на ее лице нету. Скорее какое-то наслаждение или типа того. О, это не деньги, это карта доступа в криокамеру. Key codes correspond to specific doors within Eden. Press E to open door, key part. Окей, окей. О, hello, apple juice. Apple juice. Beetlejuice, apple juice, hello. No need to hurry. Окей. Ла-ла-ла-ла-ла. What is that? There is nothing. Пойдем это в сторож сходим. Карту нашли. Как хорошо. Надеюсь, на меня сейчас после этого нападать не станут. А как я должен применить карту? А, она показывает уже код сверху, который 1560. Окей, thank you. Что это? Вот только единственное, что да, высвечивается сверху, что ты подбираешь, но вот оно высвечивается внутри текстуры там той же самой полки. В итоге я не знаю, что я подбираю. Security bypass. Еще какой-то security bypass. Что это? Вот тоже предмет какой-то. Что ты подобрала? Что я подобрал? Это надо будет еще пофиксить. Adhesive engineering. Extremely strong adhesive used. Наверное, клей какой-то. By engineers to affix component together. Ну да, наверное, типа клей какой-то. Или средство скрепления. Тебе не жалко, у персонажа нет своей собственной. Вот лампа светит. А? Вот, что это? Today deals. А, вот люкс баланс показывает мой. Немного. Да, мне его давно прислали еще с терминала. Не с Кимейлера, а вот именно с терминала. Я в нее чуть поиграл. Мы ее посмотрели и все, как бы. Она тормозящая была. О, oh, thank you. Но скажу, что игра преобразилась. Она не была такой. Что это такое? Entwine Red. Муравьиное вино, что? Мой английский на высоте, я знаю. Как всегда. В мусорке пораемся. Ничего нет. Have a nice day. Пока я не понимаю, что здесь происходит, но что-то все люди упоролись. Мы проснулись из капсулы, и нам никто ничего не объясняет, что случилось. Вот эта тетка живая только. С ней нельзя взаимодействовать, она не разговаривает. Я кассу посмотрю. Там пусто в кассе. Здесь. Да, она прикольная. Мне тоже нравится. Вот то, что присылают, особенно что-то от неизвестных разработчиков, либо малоизвестных, кто только начинает свою карьеру, так сказать, в игре делстве и игродеве. Они выпускают обычно такие продукты, которые, ну, поначалу не сильно хочется... Блин, она говорит даже на фоне. It is to further research the decaying genetic material found in residence. В них надо играть временами. Вначале посмотрел, заценил, да, оно такое средненькое, оно такое недоработанное, все поверхностное. Потом проходит целая куча времени, патчи, либо релиз игры, либо ее до выхода на какой-то новый уровень с альфы на бету и так далее. И тогда уже можно снова и попробовать, и поиграть, и заценить. Что?
Что-то проглючило. Давай заглянем к ним туда за стойку. Я думаю, она против не будет, если мы к ней за стойку заглянем. И да, я до этого чуть-чуть поиграл в игру. Просто попробовал, что вообще, стоит ли возвращаться, смотреть. Да, многое изменилось, что-то не изменилось. Я толком сильно не помню. Я даже забыл, что хотел сказать. А, то, что лут здесь рандомный. Да, локация одна и та же, расположение всего и все вроде одно и то же, но лут разный везде теперь. Предметы раскиданы по-разному. Что ты такое? I can't understand what you mean. Какая-то, да, жуткая. Жуткая подруга. Ладно. Пойдем дальше выяснять, что здесь произошло. Мужской, женский. Я так, кстати, и не понял, женщина мы или мужчина. Но по плоской груди можно определить, что мы мужчина, хотя это не показатель. Это абсолютно не показатель. Sometimes. Так, о, деньги в мусорке, отлично. Кто такой умный? Слушай, какие кабинки с кабинки с прозрачными дверями. Охренеть. То есть сел ты такой, дела поделать такой, закрылся. И тебя все равно видно, как ты там сидишь, стужишься, попердываешь, кайфуешь, офигеваешь. Не знаю, с кем что происходит. Зеркала, кстати, вообще никакие не отражают что-то, но условные какие-то источники. Что это? Даже текст упоротый. Что это? Инставенд. Как будто бы это для этих, для контрацепции бесплатный, знаешь, раздатчик. Ладно, давай в женский заглянем. Что это? Это ничего. Нас не накажут, да? Все будет хорошо. У них тут лампочка есть. То же самое. О-о-о-о! И вот в одной кабинке у них... Что, я не могу? Хак логик. А, это другие эти... Как они? Система взлома. Keycodes hacked to again access the logic hacking minigame. Use mouse wheel to choose ciphers matching the glyph below. Ну, я примерно понял, что имеется в виду. Давай попробуем. Что-то должно быть похожее вот на это. О. Подошло. Я понял. Я понял. Адреналин хиппо. Мыльновато, но мне кажется, это из-за того, что у меня не на максимум стоит графика. Все-таки на максималках игра поговато идет, даже без стрима. Что это? Кран какой-то. Crescent Moonshine. What? Silver Liquid. Какая-то жидкость серебристая. I don't know what is it. Это выдавал автомат. Мне смс пришло. Что пишут? Ничего не пишут. Че жужжим? Пожужжать. Окей, окей. Мы покидаем стартовую локацию. Гудям. О, коридорчик. Прикольно. Что это? Медихиппо. Тут какие-то баррикады стоят непонятные. Я тут не проскочу. Будем лутать все, что найдем. Все, что можно полутать. То на коленях стоят, то вот так вот. Стоя, но скрючившись. On your way, citizen. Не надо быть on my way. Whenever the sun rises and the cyanotrope begins to glow faint blue, I'm reminded that only a day
not a decade, has passed. Окей, я ничего не понимаю, что происходит. Люксы собираем. А мы в космосе или где мы? Что это такое? Нет, это просто какая-то голограмма или дисплей какой-то. Я думал, это стекляшки. Ну ладно. Не, вначале же нам показывали, что мы на каком-то острове, что ли. Так что никаких космосов. Но жаль, кстати. Я люблю подобные в космосе. Я кого-то слышу, кто-то хрипит. И уверен, это враги. Какие-то монстряки. На свет выходить не будем, ну нахер. Чуть лежит морфин. Рекайкл. Я могу что-то переработать. Вот это, кстати, вот, вот этот переработчик напоминает мне какую-то... А, в деньги перерабатывает какие-то предметы. Это дринк. Вот эта фигня напоминает мне именно... Как же эта игра называется? Я забыл. Вспомнить не могу, как она. Переработали, деньги получили. Prey новый напоминает. Там тоже была какая-то система переработки. О, там кто-то бродит. И этому явно нехорошо. Тому, кто там бродит. Коробочка. Пустая. Будем подкрадосы делать. Что это такое? Лампочки. Окей, let's go, sneaky, picky, like. Что это? Тоже заберем. Вот этот Prey новый, кстати, да, поиграй по возможности. Вот очень, вот реально, что, алло, да? Кто это? Тот заводил. Очень похож на старый System Shock. Очень сильно похож. Прям вот когда я играл, у меня были такие флешбеки ко второй части. Потом сейчас демка же есть в Стиме на первую часть System Shock. Тоже они очень на друг друга чем-то похожи. Конечно, это в чем-то разные игры, и это нехорошо делать одинаковые абсолютные игры. Но сходство прям налицо. Тоже камеры, космические станции и так далее, и так далее. И еще что-то там. Ну, там много всего похожего. И это не спойлер, это просто очевидное. Там кто-то ходит, мне он не нравится. Я заберу деньги. А может мы ему накукарекаем сейчас? Персонаж вроде драться руками умеет. Алло? Алло, я сейчас сзади, я не могу разговаривать, до свидания. О, пить охота, надо попить что-нибудь. I need to drink something. Его тоже использовать можно. Единственное, что жалко, что исчезает... как его? Бутылка. То есть я выпил, бутылка должна была остаться. Куда он мне сделал? Либо должен прибавляться пластик, либо бутылочка должна сама по себе оставаться. Надо все съесть, все, что у меня есть, потому что что-то персонаж голодный. И лимон сожрем прям целиком. И лайм сожрем. Это что? EVG Storage Upgrade. О, Storage Upgrade? Small Atomic Magnetization Module that can somewhat amplify the compressed storage capacity of an EVG device. Куда его положить можно? Это разгрузка. Сюда. Апгрейды, может? Нет. Я пока еще не все понимаю в этой игре. Use equip. Я где-то его юзнул, где-то он применился, я не знаю где. Ну ладно. Думаю, разберемся потом. Так, меня не надо видеть.
Не, меня заметили, походу. You don't see anything. Bye. Я, кстати, пожравший теперь, да? Нормально? О, мы отожрались, будь здоров. Так, так. Ты готовить? Ну, давай. Аккуратнее там. Могу я как-то засники-пикить его? Ну, показывает, что я могу его ударить. То есть, что прицел появляется. Ну давай, файт. Хорошо. Господи. О, на тебя, огребаешь. Огребалите. Ну, кстати, боевая система ничего такая. Удары чувствуются. То есть нет такого ощущения, будто я куда-то бью и урон такой... У вас плохо прокачан скилл сражения, поэтому вы не попадаете. Хотя физически ты видишь, что ты попадаешь. Тут такое нет, такого нет, и это хорошо. То есть, если рукой я коснулся персонажа, то все, урон прошел, и это чувствуется. Слышен звук и так далее. Это радует. Energy cell. Это аммо. Патроны. There is патроны. Сколько он коробочек охранял. В которых пусто. Да, пустые коробочки. Денежка. Гаррисон. Он охранял пустые коробки. Отлично. Лута очень мало оказалось. Эхе, ну ладно. Пойдем обратно. Труп за это время вроде не исчез, что хорошо, кстати. Индиго, здравствуй. Укук. Укуку. Так, теперь надо дорогу куда-то найти. А то пока непонятно, куда идти. Что это такое? Сюда может пройти можно? Да. Сюда можно пройти. Мне бы какое-нибудь оружие себе найти. То как-то страшновато здесь. Одного-то мы уделали в кулачном бою, и это было, не скажу, что прям совсем просто. Это я не один давал удара, там пришлось подубасить его. И как-то не хочется в дальнейшем сталкиваться с толпой врагов и заниматься рукопашкой в неравном бою. Сегодня у нас на канале игра под названием Pamela. Я так понимаю, делали ее под впечатлением, так сказать, старого System Shock'а первой, второй части. Потому что игра очень похожа на все это. Ну, можно сюда приписать еще и Prey новый. Это что такое? Кто-то уронил перчик. Там кому-то плохо, явно плохо. Сколько людей умерло? Почему? Что на этой станции произошло? Тоже как в System Shock'е? Какое-то заражение или что там случилось? Я даже не помню. Ну да, они все упоротые. Мертвые. Графоний слегка пластиковат. Но вообще неплохо сделано. Мне нравится. COVID-19. Точно их COVID. Всех покосил. Пока наш персонаж находился в криокамере, и его ничего не затронуло, она была изолирована. А все, кто был на этом вне камер, все, походу, позаболевали и поумирали. Ужас какой. Так. In order to archive this both Arc Medical and Biostera. Короче, из вот эти вот информацию нам доводит какой-то сюжет, но тут английский такой, что... Надо быть англичанином, короче, чтобы его воспринимать. Ты смотри, кстати, да, тоже вот эти вот камеры. В таких же людей у нас перевозят, похожих. Когда подозревают, что они заражены. О, сейф, что это такое? Заблокирован. Давай взломаем. Так. Это подобрали. Ну, чтобы тут таймера никакого не было. Все будет хорошо.
Ню-ню-ню-ню-ню-ню-ню. А где я? Слушай. Подходящая штучка-дрючка. По сути, только низ надо собрать. Вот он, низ. Здесь что у нас? О, здесь задом наперед сделано. Нет, нет, нет. Вот это вот, наверное. Да, все подошло. Отлично. Тут временами интерфейс, который при взаимодействии с предметами, он пересекается с реальными объектами. То есть это меню реально физически присутствует на таком вот расстоянии, на определенном, прямо перед лицом персонажа. Это не просто вот перед глазами у нас на мониторе появляется, это у него появляется внутри игры. Из-за этого периодически предметы пересекаются с этим вот с иконками там совсем подряд, и что-то перекрывается. Это и хорошо, и плохо. Это надо оптимизировать и довести до ума, и будет прикольно. У нас в обычной маршрутке самоходом передвигаются. Да это вообще конченые какие-то так делают. Вы это, подозреваем, что вы заболели, вы это, того, сами добирайтесь до нас, да? Пока будете добираться, задержите дыхание и не открывайте рот, а то заразите всех в округе, да? И они такие, да-да. Нет, это, конечно, неправильно, если так. Так и есть. Главное, это хорошие советы от медиков. Тут просто склад людей мертвых. Труп на трупе, трупом подтрупливает. Какая большая дверь. Алло? Originally Jacob would converse with me every day, even insisting on being called my creator. I only understood the concept years later. Пропали. Кого находили, писали dead. Я периодически в этой игре слышу какой-то топот или шуршание прямо за спиной. Я не знаю, этот мой персонаж что-то делает? Либо реально кто-то за спиной ходит? Знаешь, за пределами зрения. We are all infected. Смотри, их всех ковидом зафигачило. Он заблокирован. Надо попасть внутрь. Есть такие системы взлома. Такие как бы мини-игры для взлома входа или ключа. Что, скотч виски? О, денег сколько накопилось. Это скотч какой-то. Пока только вот ходим, собираем, и толком особо с врагами не встречались. Муншайн. Муншайн вроде это же этот, водка, да? Я в игре спиртное здесь не употребляю, я за здоровый образ жизни, все дела. Поэтому я перерабатываю все это в лукс. Лукс, или как так называется тут, валюта местная. Слушай, там враг пришел. А че он пришел? Хотя давай гасанем его, давай. Я думаю, раз он один, я думаю, должен справиться. Слышь. Come here, you bastard. I wanna kick your ass. Right now, right there. Come on. Come on, buddy, let my body. Мя-мя-мя, мя-мя-мя. Не, ему пофигу. Что? Я кого-то здесь слышу. Главное, чтобы они толпой на меня не налетели. Я думаю, нам это... Эта штука один раз работает. Да ладно, твою мяу. Если бы я знал, я бы ей не пользовался. И ладно. Ты огребаешь. Это все из-за тебя, ублюдок, мать твою. А, твою мать. What a scary boy. Ой, я промазал. Ой, я первый раз щи получил. Но. Want more? Yes. Need more. Говнюк. Фух. Dead, bro. You dead now? Фига у него тут. Денег, он богач.
О-о-о. Так, а насколько я поранился? Как он сильно меня ударил? Да не сильно вроде. А вот пожраться надо чего-нибудь. Ну, вроде полегче стало, можно двигаться дальше. Вроде не умираем. Так, давай, ладно, еще этот холл весь обойдем до конца точно. Ууу, какая-то особенная рука. Как будто тут не просто человеки в куче лежат, а какие-то спецподразделения. Что у нее с ногами? Фу. Все из-за плохой обуви, 100%. Криоклиника. Я думаю, теперь они счастливы, что пришли сюда. Вау, как все моргает. Hello there. Do you wanna fight? А чё они такие вытянутые? Мне кажется, неспроста. О, нифига себе, персонаж сам подлетел и ударил её. Бу-а-а! Надо было пить вчера меньше. О, one more. Только он через пакет не проходит, застрял. Это другой, кстати, какой-то зомби. Чувак, тебе как-то, наверное... Твою мать, чё ж ты так кричишь-то? Господи, страшный ж ведь. Ля какой. О, промчал, пром... О, слушай, быстрый какой. Денег сколько у них, офигеть. Сколько у меня денег теперь? А, почти штукарь, нормально. Не знаю, зачем в игре деньги пока. Единственное место для их применения находил, это торговый автомат, там еда. Это, видимо, энергии запитаться. Может, где-то еще пригодятся, я не знаю. Коробочка. Все, видимо, повылутали уже. Потому что нигде ничего не валяется в контейнерах. Обычно только у монстров. Да-да. Power stations and breakers. Power stations are located within each district and can be used to request power from Eden Central Reserve, which replenishes over time. Ла-ла-ла-ла. Окей, окей. Полезная штука, видимо. Emergency, стандарт. Arc Medical. Ну давай Medical попробуем. Он выключен? Нет, не так делается. А вот это вроде заработало. Вот хорошая игра, но с моим уровнем английского тяжеловато, конечно, все это понимать, воспринимать правильно. Ой, здравствуйте. У вас какая-то странная походка, мадемуазель. Do you need directions? Да, подойди поближе, тут клавиатура вообще-то. Это сломанные роботы какие-то. Притом тут красненькая, а там была синенькая. Вот и торговый автомат, кстати говоря. Питья не хватает. Вино можно долбануть. Синтетическое вино. Это алкоголь. А могу я вращать, кстати, предметы, нет? Как-то разворачивать, чтобы компоновать их? Наверное, не могу.
Но было бы круто, если бы можно было. У меня лечилок уже целая куча. Так, а чё вы поменялись местами? Вот так давай. Угу. Что это такое? Подожди, вот это. Подожди, вот это. Что это? Что это такое? Блин, я запутался. Вот так надо делать. Во, теперь понятно, где чё. Что это? Шпинат. Семена шпината. Так, это мы вот куда-нибудь сюда ткнем. Это вот сюда. Все, у меня все отсортировано. Теперь все на месте. Нормально. Да, давай попить возьмем. Что-нибудь попить. Что это? Что это? Синтетическое вино. Нет, спасибо. Это что? Вода наверняка. Это что? Батончик. Давай воды возьмем. Это что? Подожди. Serum containing water. А, это для растений. Слушай, это не то. Мне нужно водички попить. Чё так дорого? Я купил? Today deals. Винишко продают. Нет уж, спасибо. Да, водичка есть. Nice water. Что там в мусорке? Деньги, клей. World repair. Мировая починка. Backup generators and broken cyanotubes can be found and repaired within Eden. Repair cyanotubes using cyanotube repair kits by pressing E. Короче, в игре есть какой-то еще гаджет, с помощью которого можно все чинить. Только как его достать, непонятно. Это руки, это понятно. Окей. Это... Что это? Это инжиниринг. Это, видимо, для крафта. Менюшка. I can't understand what the heck is going meow. Венцо. Короче, все гуляли, бухали, и потом позаражались, короче. Это лифт? Да, это лифт. Сейчас кто-нибудь приедет ко мне на нем. Вау, какой странный лифт. Не, ну игра, знаете, сделана как бы кажется простоватенько, но очень даже шикарно. Очень шикарно. Пока все работает. Конечно, немного непонятно, что здесь надо делать и в чем смысл. Видимо, мы должны допереть до этого просто блуждая и ходя тут. Здравствуйте. О, мы к этой роботизированной тетке пришли. Привет. Ты же не против, я тут полутаюсь. А то она стоит неустойки там на ресепшене. А здесь что-то тусуется. О, вот это можно починить, короче. Выглядит как торчащие стены трубы. Ха. Так. Цианотубы. Зачем мне это чинить? Что это мне даст? Здравствуйте, я хочу... А можно так не кричать? Если вам нужно что-нибудь, дайте мне знать. Что-то с ними случилось. Я хз чё. Там что-то написано, непонятно. Что это?
Bell Pepper Seed Packet. Какие-то, видимо, семена. О, тут шкафчик. Что у тебя с походкой? Да-да, я вас слышу. Приперлась такая стоит. Руки трет. Сейчас, пока я отвернулся, как даст мне по хребту, я сломаюсь, да? Не надо так. Стекло. И это все? Не, подожди, погодите-ка. Начнем с самого нижнего ящика. Thank you. Шестеренки. Видимо, тут фигню надо скрафтить мне. Я тут лут собираюсь, нормально? Нормально. 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 У них что-то реально странное с походкой. Типа она должна ходить и как модель какая-то, как секси-шмекси, но у нее не получается. Какой все блестящий. Ладно, давай попробуем починить эту херню. Зачем-то это же надо. Хуа. Циана Туб Репэйр Кит. Наверняка где-то его надо замутить. Циана Кит. Что это такое? Это... Crafting Table, Iron Core, Shield Pylon, Shield Door, Beacon. Buildables, Power Transmitter. Стекла не хватает, что за Power Transmitter? Слишком сложно. Да что-то вообще много всего. Repair kit. Мне одного кабля не... Кабля. Одного кабля не хватает. Но тот ли это repair kit, который нам так нужен здесь? Как-то можно вызвать в игре какое-то устройство. Здравствуй, Ян. Кейбл. Кейбл, фамилия какого-то американского актера. Кейбл. Ньюэлл Кейбл. Кейбл Шмейбл. Ла-ла-ла-ла. Forward, left, sprint, crouch, arm, меню. Это не то. Flashlight не то. Inventory, engineering, меню. C это мы нашли. R это EVG. Punch, mort, R. Interact, это все понятно. Equip more attachments. Чего? Сложно. Pamela Ability. Статус меню. На R попробуем. Да, он достает устройство. Только зачем это устройство, непонятно. Что оно делает? Target Durability. Damage in Proximity. Сканировать... Окрестность? Ух ты, прикольно, кстати. Прям как в этом. No Man's Sky. Кстати, No Man's Sky у меня сломался после последнего обновления, поэтому No Man's Sky, если что, сегодня не будет. Сменить модули. Игра, кстати, довольно крутая. Ее, конечно, доработать бы еще основательно. Left button — это repair или harvest. Из чего-то можно что-то добывать, либо чинить. Добывать что-то не получается. Из чего могу что-нибудь добыть? Из тебя могу что-нибудь добыть? Не могу. Хуй такая странная. Используй метод научного тыка. Так и... У меня так и выходит, если игра на английском, только научный тык мне и помогает. Тык-тык. Тык-тык. Какая шустрая система взлома. Изи. Вау, что это? Щилд, это щит какой-то. Давай мы его куда-нибудь засунем. Куда-нибудь торсо. Легс. О, сюда можно. Отлично. Very good, теперь у меня щит есть. Отлично. Как такого рода игры называются? Вот типа System Shock, как Prey вот этот новый. Я забыл, как-то они симами какими-то называются.
Immersive Sim или как-то так. Immersive Sim. Лазишь по огромным пространствам, базы какие-то, научно-фантастическими они обычно бывают, и должен все лутать, изучать, догонять мозгами, справляться с трудностями. Вот какое-то такое все. Наверняка существуют другие. О, Energy Drink. Хорошо. Что у меня по статусу? Тут все эти менюшки, интерактивность, это реально клево. Я думаю, такая игра хорошо зашла бы для VR. Чем-то визуально Prey. Да, да. Вот который Prey мы проходили где-то, когда мы там, год-два назад. Вот она очень похожа. Ну, что Prey, что эта игра, наверняка вдохновлялись именно своим этим, так сказать, создателем, основополагателем, тем самым System Shock'ом, который потом в Биошоке всякие вырос и так далее. Так, а сюда не пройти. Короче, сзади где-то дверь осталась, надо туда сбегать, я думаю. И на одном из салатов давным-давно эта игра была. В смысле, дверь закрыта. А, она была открыта. Короче, была у нас эта игра, но она очень сильно тормозила, и она была не такой, как сейчас, по крайней мере. Мы ее посмотрели и забили болт. Сейчас на нее вышла какая-то мощная обновка. Вот. Надо заценить же. Да, выглядит интересно, довольно интересно. Только пока непонятно. Это как тот дядька. Очень интересно. Ну, ничего не понятно. Пусто, ничего не объясняется. Есть, конечно, логи в компьютер, которые можно почитать. Но там такой английский, что... я полстрима просру на это чтение. Будем догонять по ощущениям. Ой, тут тетка. Что-то этажи прям отзеркалили друг друга. Что это? Авокадо. То есть, если мы собираем семена растений, значит их наверняка можно будет посадить. И из них вырастить те самые растения. Значит, мы сможем, по идее, замутить себе какую-то базу. Наверное. Это было бы логично. Что это? О, осьминожьи бисквиты. Это как? Это как? Это взяли осьминога, потрывали ноги, в кляре их зафигачили и на сковородочке. Шшш, так что ли? Или в маслице, чтобы бисквитик получился. Не сказать, что я тут наблюдаю полчаса однообразия, сорян. Однообразие? Да. Мне тоже как-то маленько это не сильно нравится. Просто не хотелось бы просто взять и бросить игру, не особо не распробовав ее. В целом, да, однообразненько. Я бы и с монстрами не сражался, если бы не было настолько однообразного. Ну и они закончились. В рукопашку мы их отдубасили. Больше делать тут нечего пока. Чё там с силами нашими? Воды хватает, всё хватает. В том же Prey, к примеру, локации хотя бы меняются при прохождении. Есть какая-то сюжетная линия, ты можешь ей следовать. От этого, вот эта вот однообразность игры не так сильно заметна. А ведь тот же Prey, он такой же абсолютный, ничем особо не отличается. Пока только ходим мусорки лутаем. Давай на лифте кататься. То вызвали лифт и не прокатились. Куда-то вниз поедем? Нет, это вверх. То есть полностью рабочий интересный лифт. Не просто коробка, а вот он прям прикольно сделан. Работают, двери открываются. Они прозрачные. То есть как бы задел на что-то в игре очень даже есть. Осталось только его, этот задел реализовать. У нас пароля нет. Ресурсы всяческие. Опять же непонятно для чего. Маленькие трупы, как будто бы ребенок, реально. Это специально так сделано? Или это какая-то... знаешь, когда не рассчитали размеры персонажей. Потому что наш персонаж крупнее, чем этот. Но некоторые другие персонажи, которых мы находим, они прям реально великаны. Я не понимаю, это... специально так сделано?
Разберемся, конечно. Ну, если не на стриме, то я как-нибудь потом еще поиграю. О, там кто-то ходит с фонариком. Вот это интересно уже. Пойдем посмотрим, кто там с фонариком. Свой фонарик я выключу, чтобы нас не заметили. В том, что тут нужен англичанин для понимания. Это да, на англичанин срочно нужен. Кто может все это читать и переводить нам на лету. Они забились в угол и стоят там. Притом тот, который с фонариком, ткнулся головой в стену и не двигается. Это что значит? Тут тоже какое-то повреждение. Нужны какие-то цианотрубы. Литри PR-кит взять? Непонятно. Просто с одним, как бы, врагом я могу справиться. А вот с одним, которого я даже не знаю, что он такое. Как справиться? Я хз. Вот этот парень, который светил фонариком. Вот этот вот. Воу, это вообще какой-то киборг. Так, что по жизням там? Нормально? Надо подлечиться, короче, думаю. Чем-нибудь. Морфином мы сейчас вжарим. И одну медихипо. И я полностью здоров. Единственное, что теперь жрать охота. Давай подеремся, попробуем. Сиськи у ребенка. Ну, типа, девочка 14 лет. Я про это. То есть это не взрослый человек, подросток. Dead Space похоже. Ну, они какие-то странные. Hello. Какие-то упоротые. И вот, смотри, она высокая, охренеть какая. Я даже поднялся на ноги, а она совсем здоровая. Эй, я тут, если что. Какая-то громкая. Dead. Что это? Цианопроцессор. А вы, сэр, кто такой? Он сломанный. В смысле он сломался? Бро, ты чё? Этот киборг сломался. Defense модуль, цианопроцессоры какие-то и... Storage апгрейды. Он сломался. Встал в угол и сломался. Почему? Resident Evil спрятался. Сховался, хлопче. Чтоб не знайшли. Он реально ходил же, фонарем светил. В стену ткнулся и умер. Ля, красота какая, мы выбрались из подземелья. Jacob is becoming increasingly thin. Emma anxiously tells him to rest. I agree. Хз, что это за станция? Какая-то специальная восстанавливающая станция, но как ей пользоваться и для чего она, что-то непонятно. Деньги, деньги, деньги. И, конечно же, мусорки. И тут FPS сказал, до свидания, я куда-нибудь просяду, пожалуй. Да, FPS куда-то уполз вниз совсем. Так, это же открыть можно. Да, можно. Вау, привет. И кто ты такое? Я в порядке, спасибо. Прикольный дрон полетал, да? Самое интересное, что вот всего того, что мы сейчас здесь видим, качество картинки, летающие дроны, монстры, не в каждой современной игре увидишь почему-то. Тем более от крупных каких-то производителей. Почему? Если это смогли сделать эти ребята, почему остальные не могут? Единственное, что нихера не понятно. Wanna fight? Бить женщин нехорошо, но таких как ты можно. О, я огребаю. No! Leave me alone! Фига, она с ноги мне треснула. Ну, почти до половины хп. Лечи меня давай. Меня лечи, алло. Куда ты поехал? Лечи меня.
Ладно. Что у нее тут было? У нее виски было. Она была не монстром, она была просто пьяна. Видите, алкоголь вредит вашему здоровью. Все думают, что ты монстр и пытаются тебя убить. Кстати, Яна, что там со спящей? Она там живая? Танцевать приглашала? Походу, да. Танцульки по танцульке. То есть игра, вроде мы сейчас вышли на улицу, тут довольно светло и типа красиво, но от этого почему-то все равно как, кажется, что игра все равно какая-то темная. Я не знаю, это какой-то фильтр что ли добавлен в игру или чего? Алло? You are dehydrated. Oh, I need to drink something. What is that? Repair kit. Мы нашли один repair kit. Он нам нужен. А что мы можем попить? У нас есть авокадо сид пакет. Это не то, это не вода. Еще какие-то пакеты. О, energy drink у нас есть. И поедим еще бисквитиков. Че там? Ну, чуть-чуть напились, короче. Не спрашивала. Ну ладно. Она там хоть появляется где-нибудь, а то ко мне она совсем не заходит. Я помню, что она болела. Тут кого-то размазали. Прям совсем размазали. По кругу. Хз, что это такое? И тут кого-то размазали. Может, это какое-то творчество или что это? Здравствуйте, можно мне подлечиться? Нет, эта херня не лечит. Я не знаю, что она делает. Emergency. Подлечила? Нет. Хз, что это такое вообще? Наверное, это какой-то статус чего-то показывается. О, а там что, кстати? Тут погром такой. Это вода такая? Это вода, да? Ну, с водой что-то надо делать. Это очень отдаленно напоминает воду. Или кисель какой-то. О, купаться запрещено. Upgrade cell. Upgrading attachments. Берешь и куда-нибудь его засовываешь, я понял. Давай мы возьмем его, куда-нибудь засунем. Что это делает, кстати, я так и не понял. Добавляется какая-то ячейка в инвентаре, хотя вроде как все открыто. Апгрейд, апгрейд, а где он? Куда он делся? Ха? Непонятно. Что-то подобрал куда-то, а оно куда-то делось. Она пришла в себя, но ее работа завалила. Теперь вопрос, когда разгребет. Блин, человек выздоравливает, ему отдыхать надо. Ее работа, работа. У меня нормально все. С работы такое непонятно, ничего. Я им звонил, они такие, да, если что-то изменится, мы вам, конечно, позвоним и вызовем на работу. Ну или скажем, не приходите никогда. Типа того. Ни того, ни другого не происходит. А так, жив-здоров. Орел. Чего не хватает? 5 воды. Так тебе вечно пить и надо, да? Попить. Короче, вчерашнюю игру про скелета на ютубе у меня заблокировали. Потому что в этой игре играла какая-то музыка, и у меня типа нет прав на публикацию видеозаписи с этой музыкой. Сколько раз в другие игры мы играли, где играла какая-то музыка,
Никто не был против, а здесь почему-то все стали против. Это если о новостях говорить. Вот пытаюсь договориться. Чё, как, почему. Потому что там есть функция вырезать аудиотрек, не повреждая остальной звук. Но это и время отнимает, плюс музыка там реально клёвая. Я не знаю, зачем они заблокировали. Я же им рекламу, по сути, делаю. Зачем блокировать свое видео? Мое видео. Хз. Так, инвентарь становится полный. У меня дохера бухла. Не знаю, зачем. Мы люди не пьющие. Сейчас мы как-нибудь укомпонуем все здесь. Поудобнее. Как-то вот так вот. Надо найти систему, станцию переработки и переработать все это. Хотя бы так. Платят? Да, платят копейки. Это минимальная оплата, типа, при этом, как она называется, при простое. О, вот переработка, система, база переработки. Слушай, это я сразу съем. Я не голодный. Эта херня почему-то только один раз перерабатывает. Ля, я кого-то слышу. Чё? Close the door. Close the door. Ох ты ж твою мать. На. Ах ты ж говнюк. Твою мать, они двери умеют открывать. О, фу, чё с жизнями? Ох ты ж твою мать, откуда вы? Вот! Чё так много-то? Так, я в порядке. Я в порядке, мы подлечились. Нихера себе. Слушай, я оружие себе не замутил, чё обидно. Как мне теперь с ними воевать? Воу, а чё, кто стреляет? И эта херня, походу, их, кстати, лечит. Огребалите, браталите. Бежим. Бежим. Он стреляет в меня. Ты охерел? Стреляй в своего братана, давай. You are bleeding. Во-первых, в этом месте игра лагает, капец как. Плюс хер знает, откуда пришли эти ублюдки. Нихера непонятно. Я до второго уровня почти дотянул. Когда видеообзор блокирует, ты из-за музыки в игре. Ну, типа, прав у меня нету. То есть, знаешь, когда в твоем ролике нет прав на музыку, на какой-то звук. Из-за этого начинаются проблемы. Я обратился к тому, чья это музыка, кто написал эту музыку, к этому музыканту. Он такой... ну, я, типа, ничего помочь не могу, типа, да, музыка моя. Но я не претендовал, мне пофигу, типа, обращайся к разработчикам игры. Пускай они разбираются. И там еще замешано Sony почему-то. Короче, к черту эту помелу. Хорошая игра, прикольная, и много изменилось. Но работать и работать и работать им над этой игрой еще. Пускай доделывают. Придем сюда, когда станет... Еще лучше. Ненормально. Ну, да. То есть мне подогнали игру для того, чтобы я сделал на нее обзор. Соответственно, я делаю обзор на весь контент из этой игры. То есть на саму игру, на ее музыку. И, соответственно, я буду выкладывать это видео на YouTube. Они это знают. И они меня блокируют. Чё? What? Молодцы, короче. Чё-то они какой-то хернёй занимаются. Хернёй какой-то занимаются. Вот этой игре мы сейчас... Вот мне кажется, она на свежей системе должна нормально заработать. Надо попробовать.
Game. Games and Demons. В прошлый раз она запустилась, но я начал настройки менять, и она перестала работать. Может, сегодня заработает. Я думаю, там недоразумение какое-то. Все это решаемо. Не, она не заработает. Она уже начинает глючить. Да, все, игра вылетела. Я не знаю, что с этой игрой. Мне ее прислали, но она не работает. Я даже разработчику кинул файл игры, как он просил. С этими, с конфигурацией. Пока не отвечаю. Разбираюсь. Так, куда бы нам еще сходить? Resolution обновили сегодня. Я не знаю, что там добавлять. Что-то там поменяли в игре, походу. Что, непонятно. SteelSeries Support. Теперь, если у вас есть яркая классная клавиатурка, то она будет менять цвет под игру. Я так понял. Такая клавиатура, которая подсветка. С подсветкой, короче. Это пока нельзя. Про Green Hell не слышали игру? Я ее маленько пробовал, прикольная. Хорошая игра такая. Прям вообще нормальная. Сравнивают ее с Форестом очень часто. Но она, мне кажется, не так сильно завязана на сюжете. Хотя, если играть именно в сюжет, то все там, что там сюжет. Все. Проходишь сюжет. Но элемент выживания в этой игре намного интереснее, мощнее и реалистичнее, что ли. Игра красивее, чем Форест. Форест обещала вот такую картинку в своих трейлерах, а на деле показал хорошую картинку, но не такую, которую обещал, так сказать. А здесь игра именно такой, которой ее нам обещали. Я покажу вам игру на примере, наверное, на примере чего бы вам показать. А давай продолжим прохождение сюжетки. Потому что я, наверное, понял, как добыть ту пробковое дерево. Нужно сделать топор какой-нибудь и где-то его выколоть, это дерево. Там застряли. Пробковое дерево. Сюжетка, по идее, своим стартом должна учить нас пользоваться игровыми механиками, предметами, там, крафтом и так далее. А в итоге получается, что входишь в тупик. Там задание. Найдите пробковое дерево. И у тебя маленькая локация. Вроде особо бегать негде. Везде пообходил. Не нашел этого дерева. Нигде. Где его брать, это дерево? Непонятно. Так, это не то прохождение, которое я хотел загрузить. Вообще не то место. Это именно загрузился режим выживания. Это не то. Мне сюжет нужен был. Эх, ладно, пойдем в менюшку. Одиночная история. Испытание. Загрузить. История. Давай историю. Король джунглей. Зеленый ад.
Давай, джунгли-завод чуть средненькое. Видимо, заново, что ли? Не, есть сохранение. Ну вот, то есть обучение. И честно, это обучение такое себе. В обучении обычно, если ты где-то застреваешь, игра такая, вот тут вот так делается. И прям носом тебя тычет, как надо сделать. Эта игра так не делает. Она сказала, что надо сделать, и убейся, но сделай. Сам додумывайся. И это не что-то из разряда присесть на Ctrl или там влево-вправо WASD, мышкой осмотреться. Это не такое задание. Найти долбанное пробковое дерево. Где его там искать? А давайте поможем Лёшеньке найти пробковое дерево. День первый. Сначала, что ли? Okay. Ну ладно. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Walkie-talkie. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Так, что? Думаю, ты просто хочешь спать. Это тупой ответ. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Хитрая, скрытная девушка-дамочка. Ладно, пойдем к лагерю. Я не понял, почему игра стала... началась сначала. Have you tied down the boat? Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Вот у нас в деревню какой-то порывается сходить. What if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Dr. Higgins. То есть джунгли очень красиво здесь выглядят. Okay, I found the tent. Is everything all right? Да. The camp looks impressive. They put up a tent for us. Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Well, that's everything. We're officially settled. Yeah, опять эти кривые банки. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Окей, выбрать место для костра. С, чтобы открыть колесо действий. То есть сейчас нас ведут как бы за ручку. Выбираем костер. Где он? Записную книжку открываем, там выбираем костер. И ставим костер куда-нибудь сюда. Я думаю, это отличное место для костра. И теперь левый shift, чтобы бежать. Я побежал. Короче, нам нужно добыть дерево. Чтобы добыть дерево, нам что надо сделать? Давай возьмем мачете, раз он тут есть. И нарубаем что-нибудь. Seem to find a bag or two.
Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet, but it feels that way. Чё-то просрали. Ну, само выживание, так не поняла, как тут что-то делается. Да пока я еще сам тоже не видел ничего. Тут я говорю, тут обучение игры самой почему-то тяжело пройти. Оно какое-то, не знаю, не обучающее. А когда заходишь в режим выживания, то есть тебе дается полностью свобода, весь крафт доступен, и никто не говорит, что ты сначала должен скрафтить это, чтобы научиться делать то. Следующее что-то. Намного легче учиться. Я говорю, обучение здесь какое-то не обучающее. Ну, либо я просто нихера не могу вкурить. Хорошо, палки еще подсвечиваются, иначе не найти бы их вообще. Вода чистая? О, схватить и выпить. Давай выпьем водички. Грязи такой долбанул. Из ладошек. Давай костер соберем. Тоже ставишь такой прообраз костра, призрачный, и в него потом набиваешь так же, как все в форесте. Абсолютно так же. Так, давай мы добудем отсюда... палки какие-нибудь. Добывает все он, то есть как бы одна функция добыть, и он просто что-то ломает руками и добывает. Упрощенная система такая. Не хватает малых палок, нужны веточки. Надо что-то срубить, чтобы из этого все выпало. Либо можно открыть инвентарь, зайти вот сюда вот, и добыть из них маленькие ветки. С тех палок, которые у нас есть, вот они добылись. Инвентарь мне здесь нравится в разы больше. Он более реалистичный. В форесте ты как будто бы в момент, в одну секунду раскладываешь целую поляну из своего рюкзака, и видно весь лут. Тут реально есть рюкзак, в котором есть отделы, и в которых что-то лежит. То есть реально лежит. То есть ты реально как будто бы смотришь свой рюкзак. Это интересно. Это лучше сделано. Так, нужно еще маленьких палочек сделать. Добыть. Особенно, когда кто-то тебя среди травы кусает. Ну, кстати, здесь, когда пиявка прицепилась к ноге, тебе как бы персонаж сигнализирует, что что-то у меня здоровье херовое такое. Надо осмотреть себя. И после... То есть здесь есть режим осмотра, я уже не помню, как он включается. Я уже не помню. Вот этот режим. То есть можно осмотреть различные части тела, при этом руку можно покрутить. Что классно сделано. Раз, другую руку. Там пиявка сидит, то есть где-то может быть черви, еще какая-то царапина, и это можно обработать все. То есть вот это, кстати, круто сделано, мне нравится. Просто, но клево. Плюс игра до сих пор вроде находится в этом... О, палка. Находится в альфа, в раннем доступе, поэтому... Можно ждать дальнейших обновок. Нужно еще что-нибудь срубить. Прости, дерево, мне очень жаль. До свидания. Конечно, он здесь не рубит там, куда бьет, в отличие от Фореста. Но в Форесте, походу, это была единственная клевая вещь в игре. Поднять? Нет, давай мы не будем поднимать это. Мы это добудем. Все, костер готов. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah. Будем добывать как пещерные люди. Not a lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? Did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Уже намусорили, смотри. Да, ну, главное здесь реально разобраться, потом становится очень просто и интересно. Так, что я хотел с этой доской сделать? Добыть.
добыть. Короче, надо найти окно рецепт. Мы открываем книжку. Ручная дрель. Чтобы открыть какое-то меню, изготовление предметов. Берем изготавливание и кидаем сюда одну палку. Потом кидаем еще одну. И ручная дрель. Изготовить. У нас теперь есть так, приспособленные для этого палки теперь. Теперь надо найти сухие листья. Вот реально, вот если видишь вот это вот банановое дерево, вроде это банан, не знаю, то вот если они реально сухие здесь торчат, срубив это дерево, выпадут вот раз, два, три, четыре, может пятый там будет ветка с листьями сухими. Из них можно сделать тот же труд. Так, а где я, кстати, видел гнездо? Вот оно. Птичка дома будет не против. Там яичек нет, значит, оно заброшенное. Так, давай теперь... нажмите правой кнопкой мыши, выберите пункт использовать. Чего использовать? Правая кнопка мыши, я жму. Сейчас как метну этот мачете. Ха! Не знаю, что имелось в виду под правой кнопкой мыши. Можно сделать вот так вот. Наверное, это имелось в виду. Они не написали зайти в инвентарь и на предмете нажать правой кнопкой. Они просто пишут, нажмите правой кнопкой мыши. Где нажать? В воздухе? Вот я сейчас пытался. Нет, не работает. То есть, кто скажет, идет, тут же и так все понятно. Знаете, в некоторых местах бывает, что и не доходит. Нужно, если это обучение, оно должно быть максимально идиотским, чтобы догонял даже каждый конченый. Вот, берем это птичье гнездо, и мы его кладем сюда. У персонажа должно быть достаточно сил, чтобы при процессе создания огня ему хватило сил разжечь вот эту вот херню сухую. И сил не хватает, он не сделает огонь. Strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Так, чтобы ответить. На ответ здесь есть время. Можно не ничего ответить, а можно ответить. We're gonna find answers. Hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time you were only making general observations. This time we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Такой присыпаешь, с утра жены нет, ушла. В джунгли ушла. А банки... Не, кстати, а теперь банки нормальные стали, да? Банки сделали нормальными. Они нормальные. Хотя, может быть, их... Они всегда были в этом эпизоде нормальными. Записка. Окей, это опасно, ребята. Войны черепа всегда. Вчера, чтобы, когда мы сплавлялись по реке, на ее берегу появились таинственные разукрашенные воины. Кто они? Наши друзья Ябахака, похоже, боятся говорить о них. Окей. Записка. Я в деревне. Свяжись со мной по рации, как проснешься. Я оставил тебе подарок. Люблю, Мия. Ну вот, взяла и свалила. Hello. Мяу. Hey, sleepyhead.
finally up? Ну да. You left already? Why didn't you wake me up? You know I hate farewells. А сейчас она не любит. I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Часики. Ху. Уже потертые. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Чего-то не хватает, надо что-нибудь сожрать. Искать палатку в поисках съесть снова. Сейчас мы тут все съедим. So, I'm on the expedition with my wife, Mia. Hey, Mia. Hey, Mia. Say hello. Oh. Hello. The tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. I'm worried, you know. Хватит говорить, как это выключить? Если это диктофон, почему его можно включить, то нельзя выключить? Okay, that's all for now. It was Mia and Jake Higgins, day one. Так, звоним. Я отдохнувший, сытый. Well fed. Perfect. And keep it that way. 10 типа враги, да. Но мне кажется, не все должны быть врагами. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See, and as expected. They don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. Вот это прям не могу вообще. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Где ты их видел? Я их не видел, где ты их там видел? Она говорит, короче, типа, я позвоню, когда, типа, пойду обратно. Если я, ну, типа, до этого времени считаю, что все хорошо. Ее там зарезали, съели заживо, короче, все дела. Она не звонит. Ты такой сидишь, все хорошо. Прошло несколько лет, все хорошо. Отлично, very good. Просто здесь вот пишется, типа, что они проплывали, видели вот этих ребят. И они не могут понять, то ли это то племя, с которыми они должны контактировать, то ли это какие-то другие ребята. То есть, они знакомы с тем племенем, с добрым племенем, да? Но этих они не знают. То ли это воины этого племени, какие-то типа партизанки, не знаю. То ли это другое племя, и это они будут враждебными, я хз. Так, что это такое? Тут не рецепт, тут всякая фигня. Короче, что я должен сделать? Смотреть пробковую доску. Вот. Отсюда начинается тупик. Где эта доска? Где ее взять? Записная книжка. Ручная дрель. Бла-бла-бла. Макроэлементы. Ну, это описание к твоим часам. Тут... Я хз, что это такое 0 из 100, 0 из 100, может быть это количество изготовленных или этих предметов, может быть, я не знаю. Да, да, это наверное оно и есть, потому что изготовление предметов, вот я один, одну вот эту херню сделал, с помощью которой мы разводим огонь, вот, и оно засчитывается. Да-да-да, это оно и есть, это прогресс
того, что ты этот, крафтишь. Хорошо, с этим разобрались. Это строительство, это я хз, что это? Это о костре. Это ловушки, это что-то с домом связанное, карта есть. Спать недоступно, создать костер. Хорошо, а где пробковая доска? Вот где она? Это точно не доска. То есть где-то он нашел какую-то доску, этот парень, когда-то. И вот ее надо осмотреть. Где она, мать твою? Вот я в прошлый раз застрял с этим, и сейчас я не понимаю, где искать эту доску. Вот не понимаю просто. Если у кого-то есть идея, я всегда готов выслушать. Это ты? Пробковая доска, нет? Нет, это не ты. Что это такое? Ничего? Ничего. Давай попробуем сделать топор. Топоры я вроде... Вроде у меня получалось сделать. У меня веревки нет. Веревка нужна практически всегда, поэтому в этой игре эти лианы надо постоянно собирать. Камня может не хватить. Да, вот веревочки он собрал. Берем веревочку, берем палочку и берем камушек. Но он не может создать, при том в обычном выживании в режиме он из этого набора делает вроде как топор. Здесь типа показывает, что ты ничего не можешь скрафтить. Просто для начала тебе нужно найти пробковую доску. Где эта долбанная доска? Пробковая доска. Какая доска? Где он ее зашел? Это ты? Просто здесь есть выход с локации, к примеру, в этом месте. Но он не активен. То есть вот я могу, представим, взять. И подняться. Да хер там было, блин. Но он говорил, которую он нашел ранее. То есть, возможно, мне надо вернуться обратно. Черт его знает. Вот, все, я туториал не могу пройти. Мне игра не ткнула, где находится это пробковое дерево, я не могу его найти. Может, мне надо ходить рубить все подряд. Но рубить получается, опять же, только... Всякие маленькие деревца. Большие он мачете не может срубить, и это правильно. О, шишка. Неизвестный орех. И орехи соберем. О, все, палки уже не лезут. Ладно, давай мы будем добывать из них маленькие веточки. Притом доска, это не палка, это доска. Где он ее видел, где он это нашел, непонятно. В лагере все посмотрел, в палатке все осмотрел, нет никакой доски нигде. О чем идет речь, непонятно. Все, лян больше не лезут, хорошо. Давай обратно вернемся, я уже даже не знаю, что делать. Кстати, бананы.
Пробковая доска, где же ты есть, а? Я хотел бы, может, дальше сюжет пройти, но не получается. Камни тоже пригодятся. Соберем максимум. Хватит шипеть. Спуститься тут нельзя. Я думаю, появилась бы какая-то иконка. Тут тоже некуда деться, тут обрыв. Окей. Листья пальмы. Соберем сколько сможем. Че, я зря рубил, что ли? Смотреть пробковую доску. Я сейчас чувствую, прямо сейчас возьму, зайду в туториал и посмотрю, что за пробковая доска и где ее брать, чтобы ее осмотреть. Да, да, именно ругательство. Ну, тут все в каких-то непонятных языках. На польском что-то написано. На немецком. Хер его знает. Пробковая доска. Вот где, да, ее взять? Вот где эта долбанная пробковая доска? Я ее нашел, я хочу ее осмотреть сходить. Ты нам скажи, где ты ее нашел для начала, чтобы мы тоже знали, куда идти, братан. Самое тупое, что она реально может быть где-то здесь. Раз он ее нашел, может, она где-то в лагере лежит. Но я вроде все облазил и не нашел никакой доски, о которой он может говорить. Может, где-то рядом с лагерем. Нет, ее нигде нет. Так, аккумуляторы. Ну, в палатке держать какую-то находку такое себе. Это аккумуляторы тоже эти. Солнечные батареи. Я хер знает, где искать это пробковое дерево. Вот реально не знаю. Green Hell. Сюжет. Сюжет. Проб. Давай по-русски пиши. Проб. Пробковая доска. Как осмотреть пробковую доску в Green Hell? Вопрос. Проблема. У людей реально была проблема с этой доской. Ни у одного меня. То есть я думал, может, я тупой какой-то, ничего не вижу. Нет, у людей бывает. Была проблема с этой доской. Так, и где ее обыскали? Где? Ну, ответа нету. Нет, подожди, ответ есть. А где?
прочитайте все сообщения на доске. Твою мать! Смотри, что имеется в виду. Вот эта вот доска имеется в виду. Вот эта доска. Игра, в которой дохера дерево и где все завязано на крафте, говорит о каких-то деревьях, о досках, о дереве, мать твою. И ты думаешь, где это долбанное дерево? А имелось в виду вот эта доска. Вот это, блин, долбанная пробковая доска. С одной стороны тупо, с другой стороны... Не я один запутался с этим говном. Обидно. Здравствуй, Тайгер. Вот эта доска называется пробковая. Да, она пробковая, но, блин, я думал, имеется в виду дерево. Найди его, обыскать, осмотреть. Ой, твою мать. Тогда надо было сделать, чтобы точно никто не запутался, для таких, как я, конченых идиотов. Типа, осмотрите информацию, информационные листочки и фотографии на пробковом, на стенде из пробкового дерева. Хотя бы так. Было бы понятнее. Я реально с этой херней мучился дня два. На прошлом стриме по Гринхеллу и сейчас. Ладно. Ну хоть, хоть понятно стало, что имеется в виду. Утерянное племя — это их земля, их наследие, которым они владеют вот уже не одну тысячу лет. Все, кто сюда приходит, должны помнить об этом. Прошло 3 года с тех пор, как мы видели их в последний раз. Они боятся многого, чего не знают, безумие какое-то. Но нам правда нужна их помощь. От них зависит весь наш план. Окей, здесь что? Капибара. Млекопитающие тропических лесов. Безобидные. Несмотря на свою опасность, этот лес хранит в себе столько прекрасного. Множество мелких млекопитающих служит источником пропитания для местных обитателей. Богатые протеинами и жирами, они отлично дополняют диету из фруктов и овощей. Окей. Записка. Листья табака отлично вытягивают яд из ран, но могут ли они помочь с чем-нибудь еще? Я заметил табак в северной части лагеря. Чтобы найти его, нужно лишь забраться на камень. Там хорошее место для начала. Видимо, мы сейчас будем искать. Мы в порядке. Это что? Это опаснейшее земноводное на планете. Полностью безвредно для местных жителей благодаря ритуалу камбо. Племена Южной Америки ловят лягушку, чтобы собрать яд. Затем протыкают обожженную детскую кожу иглой. С малой дозой яда. И так до тех пор, пока ребенок не станет к нему невосприимчив. Охренеть. Прививки. И последнее... Ябахухака. Или как они? Ябахака. Не ешь крыс, а то крысиный грипп подхватишь. Да. Но сейчас это коронавирус, это этот... летучий мышечный грипп какой-то. Не ешь лягушек, а то лягушачий грипп подхватишь. Да. Не ешь людей, а то, а то грипп подхватишь обычный, человеческий. Одно из примерно 80 утерянных племен, проживающих в дремучих лесах Амазонки. Они живут в изоляции, потому что боятся жестокого современного мира. Как они нас примут? Они единственный ключ к нашей цели. Какой цели, опять же, непонятно. Ну ладно, я смотрел. Пойти на север и найти табачное дерево. Let's go. Не ешь ябукаку, а то ябучачий гриб отхачешь. Ябукакуки кучечный гриб. Мы есть то, что мы едим. Не ешь покрышку, не будь покрышкой. Так, табачное дерево, точнее табачное растение. Где-то здесь должно быть. Я думаю, мы его найдем. Это не как поиск с пробковой доской. Палка. Добыть.
тоже нет места. Твою мяу. Кстати, табак я находил. Когда искал пробковую доску, я находил табак. В поисках пробкового дерева. Он где-то здесь есть точно. Надо просто повнимательнее посмотреть. Он выделяется среди всего остального. Дай кокос. А? Кокосовое дерево, дай кокос. О, спасибо. Я могу его либо носить в руках, да? Давай поносим кокос в руках. В плане природы эта игра прям вообще классно сделана. Тут все намокло, смотри, такое все прям живенькое, прям как настоящее. Так, давай мы что-нибудь с ним сделаем. Уничтожить, подтвердить мне, подожди, зачем уничтожать? Как-то ж можно из кокоса что-то добывать, подожди. Вот, то есть сейчас игра на уровне выживания, то есть, точнее, обучения, она не позволяет некоторые фишки делать. Игра не научила нашего персонажа еще делать из кокоса, добывать как этот орех, молоко добывать, все такое, расковыривать его. И поэтому этого сделать нельзя, это так глупо. Притом в обычном выживании это уже все доступно, и ты можешь это без проблем сделать. Где этот табак, мать его? Заберись на камень, говорит. На север. На север тут показывается где-нибудь, нет? Так, я принес кокос. Будь здесь, кокос. Хотя знаешь что, может его положить в контейнер можно? Вот так вот. Да, у нас кокос теперь в контейнере. О, окей. На север. Это туда. Пойти на север, найти табачные... Табачное что? Дерево. Дерево? Прям табачное дерево? Кто здесь? Табачное дерево. На север иди. Иду, иду. Я уже с того севера уперся, уже хер знает куда. Может сюда? Да, теперь можно подняться наверх. Кругами ходил. Ходил. Потому что дошел до стены и пришлось ходить и уже заворачивать. Смотри, карабкается, карабкается. Fuck me. Чувак, как ж так-то? Mia. I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. 10 метров? Нет, преувеличиваешь. Sure. Метра 4-5. Осмотреть тело. Надо осмотреть свое тело. Так, тут вроде норм. О, мой бог! Такая ссадина конченая. It's all right. Nothing's broken. Ни хера себе, там мясо и вырвало. Bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Да, сейчас руку отрублю, все будет хорошо. Нет. I can't say that I remember. Я скажу так специально, чтобы нас игра научила это делать. It has long leaves without any markings. And is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. А я их видел, кстати. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound.
Roger that. Over and out. Cover me. I'm gonna reloading my wounds. Кстати, в Стиме планируют выпустить симулятор патологоанатома. Я добавил себе... О, я тоже это добавлю. Слушай, интересно. Это не Сургину симулятор, который в Epic Games второй должны сделать. Это оно, нет? Это оно, слушай, нет? Желтые цветы. Да, это оно. Heck yeah, find it. Сделать повязку. Соберите ее листья, чтобы изготовить повязку. Узнать внешний вид растения. Это мы уже сделали. Изготовить повязку. А, окей. Просто из листьев делается. Давай сделаем побольше. Не-не, оно. Окей, надо будет добавить. Так, и как же тут работает лечение? Давай смотрим снова свою рану. И что я могу себе сделать? Я вызываю рюкзак. Беру это такая. И сюда кашляп. Еее, смотри, я обмотанный. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Не особо. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before. Раскол в рядах племени. Wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now. Ябахуака basically have two factions. И вот эти тоже ебахаха, вот эти, да? Но они плохие, типа. I'm not in any danger. Вот эти вот. Told you, I'm optimistic. Ну ладно. Autopsy simulator. Спасибо. Please come in. Месяц прошел, нихера себе. I need you here. Jake, please. Это он месяц проспал, что ли? Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! Вот тут начинается экшен. What the hell's going on over there? Все сожало же. Найти Мию. Ну вот теперь мы и поперлись из лагеря. Let's do this. Что ты тут делал? Это от скуки, видимо, да? Нечем было заняться. Мусор разбросал. Вот человек, а? Оставь мужика одного. Воу, весь лагерь сломал, ты глянь на него. Это среди ночи, да? Она позвонила такая. Пойдем, ищи меня, помоги мне. Okay. Здесь клево сделано, ролик такой. Честно, наш конченый персонаж везде нахватается всякой грязи, но хлебая за плохой воды, у него будет дизентерия. Green Hell. Всякие болячки, нам придется этим выживать и лечить его. Все, все заново. Ага. Да смотри, моргнуло то место, где мы были. Он никуда не ходил, но приснилось. Hello.
Hello. Jake, what the hell is going on there? Ему приснилось, короче, все. Come on, speak to me, Jake. I do my best. ¿Por qué no me respondes? Muchas gracias. Oh. Говорит по-испански. Я здесь, самолет, сбери меня. О. Алло? Мия. Мия? А черт возьми, ты говорить не будешь? Нет. Не сказал. Ой, я всегда мечтал так сделать. Сейчас, подожди. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Со мной что-то случилось. Я не понимаю, что происходит. Помогите. Я где-то. Fuck. Я думал, она сломается. Ладно. Так, рации заряд 39%, поэтому лучше ее лишний раз не трепать. Что у нас с собой есть? Он, короче, пока бегал, все просрал. Вообще все. Все, что мог. Батончики, всякие палки, копалки. Все просрал. Ууу, здесь есть рыба, смотри. Вау. Рыба, привет. Вода здесь небезопасная. Так что пить мы это не будем. Ладно, пойдем выживать, наверное. Вот здесь, видимо, начинается открытая игра, и мы должны сами все делать, все изучать. Так, камни, давай камни подобываем. Камни нам всегда пригодятся, из них мы будем делать себе инструменты для выживания, наверное. Я так думаю. Что это? Это ничего. Палки, лианы, все это надо будет пособирать. И главное, чтобы нас никто кусь не сделал. Смертельный кусь сделал гусь. О, палочка. Руками я могу? Нет. Грибосы. Неизвестные грибы. Кстати, те грибы он, наверное, съел, да? Которые мы до этого собирали. В самом начале. Ну, красиво, красиво, да? Скажите. Прям вообще классно. Симпатичненько. Не каждая игра может похвастаться такой растительностью, прорисовкой, при этом оптимизация на месте. Короче, грибы это на крайний случай. Если будет совсем все плохо, мы их сожрем, либо нам станет лучше от них, либо они нас добьют, и мы не будем мучиться. Тип того. Так, лианы. Вот они, лианы. Должны быть еще лианы. Yes. Ха? Показалось. Так, а мне нужна какая-нибудь покрупнее палка. Не маленькая веточка, а именно палка. О, палка. Отлично. Very good. Теперь я что думаю? Надеюсь, теперь игра позволит мне скрафтить топор. Потому что я помню, я сложил палки какие-то, и у меня получился топор. Это было несложно. Каменный топор. Вот, то есть рецепт появился. Теперь надо все это связать как-то. Подожди, нет? Нет. Че, он делает топор без... Он просто засунул камень в палку. Охренеть. Я с веревкой делал. Точно помню, с веревкой делал. Так, и у нас теперь есть рецепт каменного топора. Окей. Мы можем себе сделать малое укрытие. Кровать из листьев.
Опаньки. Саныч. Навес можем замутить. Все, да, из бамбука и всякие там штуки-дрюки для хранения древесины. Каркасы различного, различных мастей. Лестницы. Так, макроэлементы. Окей. Как там, Саныч? О, рыба моего. Рыба моего. Гусь! Гусь! Гусь телепортейшн. Маленький гусь делает больной кусь. Каменный нож можно сделать. Два камня складываешь, получается ножик. Так, мы что, все посмотрели? А, чтоб красным не горело. Найти помощь! Отличное задание, найти помощь. Давай сделаем ножик. Давай сделаем ножик. Два камушка надо сложить. Получается нож. Теперь я опасен. Да. I need somebody. I need some help. Help. Все закончилось с домохозяйствами, пора мучача. Так, ну, только закончила мучача, а теперь снова мучача. Ну что такое? Сани, Саныч. Ножик без головы, без ножек. Мать. How about Asada today? For evening? Do you think or not? Я не помню, на чем мы порешили, когда расходились сегодня днем. Enough today? For sure? Yes? Really? I hope so. Because I very want to play some Asada today. I need more Asada. Очень мало Asada every day. Need more. I like Asada. Everyone like Asada who played it. This is like narcoticum. Narcoticus. Мурмя-мя-мя. Wow. Не, вот знаете, вот игра эта, честно скажу, по ощущениям напоминает мне ту же самую Памелу, да, которую мы до этого играли. То есть она не выглядит сверхсовременно, но здесь так все скомпоновано, что оно смотрится лучше, чем где-либо вообще. Игра клевая. И в ней, кстати, есть кооператив, так что если вы любите играть с друзьями или хотите поиграть с кем-то, повыживать... И в таком прекрасном, классном мире, где элемент выживания реализован на ура, думаю, стоит. Думаю, стоит позаботиться об этом. Искать помощь. Где искать помощь? Вообще. 15:30 в игре. Я думаю, надо устраиваться на ночлег где-нибудь. И я бы это сделал на той поляночке, которая была позади. Потому как вечер здесь наступит довольно быстро. Даже глазом моргнуть не успеешь. А ресурсы добываются долго. Все ломается, все исчерпывается. Думаю, да, мы займемся обустройством лагеря. Да? Да, цветочек? Да, да. Мы где-нибудь здесь и расположимся. Давайте начнем. С чего обычно начинают строить лагерь? Как вы думаете? Жареное мяско с лучком и корочкой. И итальянская паста и салатик. Воу. Ну все, жди меня завтра. And I have tasty food to play and eat. Oh my god. Very good. Привет, куда пропал? Здравствуй, Лорикс. Ну, были... Как это сказать? Другие планы. По-другому не назовешь, наверное. Другие планы. Вон, уже темнеет в игре. А нам нужно на ночлег устраиваться. Я хотел тебе все сказать, Лорикс. В ближайшем Xbox Pass, или как это называется, на месяц покупаешь этот абонемент, или что там, там будет No Man's Sky. И при покупке дадут тебе внутриигровой какой-то клевый шлем, вроде бы. Так что, если ты мечтал когда-нибудь, это шанс поиграть в No Man's Sky. Так, давай мы займемся, наверное, строительством палатки какой-нибудь. Дом. Нам нужен дом. Срочно. Малое укрытие. Не, нам нужно побольше. Хотя малое тоже подошло бы, наверное. Позволяет сохранить игру. Давай сначала это сделаем. Малое укрытие. Я думаю, это
то, что нам может пригодиться. А что мешает-то? Что-то мешает, кусты какие-то мешают. Вот так вот ставим мы такой вот призрак, и теперь будем добывать для него ресурс. То, из чего его изготавливать. Дерево, иди сюда. Прости, дерево, мне очень жаль. Топор постепенно ломается. Но, скажем, новым топором, который мы сможем сделать, он будет крепче и лучше. Я не сама сожру. Ну ладно, ешь. Кушай на здоровье тогда. Да, ты так старалась, готовила. Везет. Так, дальше что? Мне нужны длинные палки. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть палок длинных. Ну, из этого дерева должно было что-то вываливаться. Схватить ли оно? Я ее схватил. Длинная палка. Обычная палка. Длинных палок что-то маловато выпало. Целых две. Надо будет еще пару деревьев в стройку срубить. Я Мэтт Макс купил на прошлой неделе за $4. Это дешево, да? Ну, круто, поздравляю, тебе понравилось? Я тоже думал об этой игре, когда она выходила, но что-то меня отпугнуло. Я посмотрел геймплей, мне не понравилось. Но это мне. Я вредный. Мне все не нравится вечно. Надеюсь, тебе понравится. На работу вышел? Нет, так и не вышел. Все еще в простое. Все еще на карантине. Балду гоняю. Надеюсь, скоро прояснится момент с работой. Вот эта вот неизвестность немного надоедает уже. Костер бы, кстати, сделать. Может, маленьких палок наделать. Надо еще что-нибудь срубить. Я тебя срубил. Игра временами почему-то подлагивает конкретно. Но мне кажется, это проблема стрима и моего старого компа. Текс. И вот, все. Больших палок мы насобирали. Так, теперь лианами будем все это связывать. То есть, вы думали, сложили все из палок и готово? Фиг там было. Теперь нам нужно все это еще лианами связать. Чтобы оно держалось. Чем упрощенно, ты подходишь, нажимаешь, она применяется. Лист пальмы, 26 штук, вперед. Не все так просто. Надеюсь, это пальма. Надеюсь, это подойдет. А может и не подойдет. Нет, это не лист пальмы, это лист бананового дерева, так что... Вот это, наверное, надо срубить. А я во вторые злые капли пошла. Чё-то там прям классно. Злые капли, что это? Так, забираем еще и это все. Складываем. Это сухие, кстати. Из этого мы сейчас будем костер разводить. Сколько осталось? Еще 16. Твою мяу. Как же много еще надо. А уже довольно-таки стемнело. Давайте мы разведем костер по-шустрому сейчас. Где тут костры? Маленький костерок. Главное, чтобы не пошел дождь, иначе все наше вот это вот кострище нафиг сдуется. Потухнет. Evil Within же. Капли? Злые капли? Визин. А, все, я понял. Так, теперь мне нужен инструмент. Вот этот вот. А у меня его нет. Но мы его сейчас быстро изготовим. Это разведение огня. Просто нихера не видно, а нам бы еще... Так, а где этот листва вот эта сухая? Вот она. Подожгли. Отлично. Very good. Теперь у нас есть огонь. Все хорошо. Что это такое?
Я тут что-то могу потрогать, не могу понять, что. Палочки. Палочки. Все, уходишь, да? Вези... Ну, удачи там выжить. Это ты какой сейчас проходишь? Второй уже? Stupid piece of shit. Так, еще. Еще чуть-чуть осталось. У меня заглючила иконочка руки перед глазами. Пока явно. Во сколько пойдем, Леха? Да, сейчас мы, наверное, доиграем где-нибудь до 9 часов вечера по московскому областному времени. Да, у меня заглючила иконочка руки перед глазами. То есть игра, видите, еще не идеальная, не отполированная. Бывают какие-то багули и бабули. Случается. Ну, с кем не бывает. Изготовить каменный топор. Давай, еще разок. Я почти сделал себе. Наверное, это не подойдет. Это. Нет, лист пальмы, кстати, подойдет. Игру еще есть где полировать, есть где дорабатывать. Хотя, мне кажется, ее уже релизнули. Green Hell. То есть ее уже все доделали. Длинная палка. Зачем длинная палка-то еще? А, прижать теперь все это. Окей. Еще дерево рубить. Все, разбежались. Пока, ребята. Думаю, длинная палка у нас точно будет из. Записная книжка. Пиявка. Ко мне пиявка пристала. God damn it! Где? Где эта пиявка? О, мин! К ноге, наверное, прицепилась. О, вот она. И вот мы берем ее рукой так. Ах! И срываем. Все, пиявок больше нет? Не, нету. Отлично, very good, мы спасены. Крипер на прощание, правильно. О, как раз две длинных палки. Я буду всю ночь еще складывать себе этот спальник, небось, какой-нибудь. Малое укрытие создано. Костер горит, все хорошо, можно подкинуть дровишек. Вроде как-то можно. Как-то наверняка это вот так делается. Да. Раз. Готово. Так, теперь спать. На чем-то спать надо. Лист пальмы. Кровать из листьев. Мне мешает вот это деревце. Прости, деревце, мне жаль. Мне жаль. Мне реально жаль, прости, я прям очень жаль. I'm sorry. I'm really sorry. А теперь что мешает? О, поместилось. Сколько там листьев надо? 10 пальмовых листьев, короче. И вот так вот постепенно играешь, развиваешься, качаешься, сам заканчиваешься. Короче, те... Нет, вот они валяются. Да, их можно забрать. Надо еще срубить. Бедные пальмы. Бедные пальмы. Мне кажется, это не обязательно. То есть это не нужно для сохранения игры. То есть сам факт палатки уже говорит о том, что ты можешь сохранить игру. А вот чтобы подождать до утра, чтобы скипнуть время, придется сделать вот этот спальник себе из листьев. Еще два листа надо. Раз и два. Тип-топ. Не, в плане выживания эта игра, конечно, отличная вообще. Да, теперь можно поспать. Схватить, спать. Русский перевод присутствует, он приемлемый перевод, но временами он немножко корявенький. Ну, лучше такой, чем никакой вообще перевод. Мы просыпаемся пораньше. Тут льет дождик. Скорее всего, наш костер сейчас потухнет. Нашему персонажу надо будет что-то есть. Да, костер потух.
поэтому все это бесполезно с костром что-то мутить. Мы чем-то заболели. Надо осмотреть себя, сказал я по-русски. Что-то я не вижу, чтобы я чем-то болел. Конкретным пиявок нету. У нас есть иконочка того, что мы чем-то болеем. Не знаю, чем. Так, можно сохранить игру. Все, игра у нас сохранена. Наконец-то мы хоть куда-то продвинулись по истории. И здесь, наверное, мы сегодня тормознем. Да, я думаю, сегодня здесь и все. Если будем проходить игру, то это будет уже в следующий раз. Вот. Завтра постараюсь пораньше. Если будут желающие посмотреть стрим. Так что не скучайте, спасибо, что заходили, приходите снова. Бла-бла-бла. И так далее. Не болейте, главное. Давайте. Всем хорошего вечера и пока. Thank you.